ну, обещали вернуться, вернулись. Да, все могло бы сложиться по-разному. Это спорт, это баскетбол, тем он и прекрасен. Верили в свои силы. Хорошая победа. Мне кажется, что заслуженная победа. Да, 2-0. Настроение было не самое лучшее, но после первой игры в Одессе, после второй, все настраивались только на одно. У нас не было в этом году задачи хорошо выступить. Не было задачи попасть в финал. У нас была только одна задача. Вот. Только первое место. Ребята ее выполнили на все 100%, болельщики, тренерский штаб, те все, кто нам помогал. Поэтому радость еще, может быть, как-то еще сдержанно себя веду. Но думаю, оно будет накопительно чуть-чуть. Сезон долгий, и я держал долго в себе эмоции. Может быть, чуть позже буду получать больше удовольствия от этой победы. То есть сегодня в бой с Ковель Одесса лучше не заходить, да? Можно заходить и нужно заходить, отметить победу. На то она и третья четверть, чтобы ее выигрывать. Мы часто хромали в этом эпизоде в других играх. Ребята завелись, попали нужные очки. Мы понимали, что начало игры будет по-любому сумбурным. Это ровно хорошо играть у себя на своей площадке. Но мы были готовы к такой серии, то есть никто не нервничал. Ребята ловили кураж, мы стали еще агрессивнее защищаться, в раздевалке поговорили, что, ребята, это финал, потому что мы приехали первую половину играть, просто вот мы играем, как будто это какая-то игра. И ребята в раздевалке сразу настроились, вышли, мы начали играть более агрессивный прессинг, стало получаться, это дало лишний, наверное, адреналин, команда стала сильнее, крепче, стала быстрее бежать, стало все получаться, ушел какой-то страх, и игра пошла. Ну, это игра баскетбол, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Если в начале сезона от нас вообще никто не ожидал такой прыти, близко мы не были фаворитов, то после того, что мы в течение сезона, в принципе, вообще на нашей площадке проиграли только одну игру в Одессе. Вот, все и мы ожидали, мы готовились, что все-таки эту пятую игру мы возьмем. И до третьей четверти все, в принципе, складывалось нормально. Все было по плану. А в третьей, четвертой четверти, к сожалению, мы не выполнили того, что планировали. Допустили очень много ошибок. Я бы так сказал, ну, это не детские ошибки, но... И тяжело сейчас это дело, это обсуждать, потому что я не знаю причин. Где-то ребята, наверное, перегорели. Чуть-чуть не поверили, может быть, в себя. И вот где-то... А соперник, прямо скажем, сильный. И он воспользовался этим и довел дело до победного кольца. Вот с чем я их и поздравляю. В любом случае, я благодарен ребятам за весь сезон. Мы проделали очень большую и тяжелую работу. Я думаю, что доставили нашим болельщикам много положительных эмоций. Вот. Может быть, кроме второй половины сегодняшней игры, к сожалению. Но игра есть игра, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. К сожалению, сегодня победителями были мы. Но, повторяю еще раз, серебряные медали, если в позапрошлом чемпионате мы выиграли серебряные медали, и все ждали, это был большой праздник. Поэтому я считаю, что серебряные медали и в этом году – это очень большая заслуга всей команды, всего менеджмента, вот, и всех болельщиков всего города Ровно. Все радостные просто. После двух пятиматчевых серий очень тяжело. Вот, но как бы дело сделано, теперь можно отдыхать. За счет, ну, скорее всего, за счет мастерства личного у каждого игрока. Наверное, это основное преимущество было в нашей команде. Продолжили агрессивно защищаться, атаковать, быстрый баскетбол играть. Много фолов получали, пробивали. Вот. Из-за этого удалось оторваться на комфортный отрыв. Сейчас пока надо отпраздновать, отдохнуть от сезона, и потом уже можно будет смотреть, что дальше.
Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим вболівальникам за шалену підтримку. Це, напевно, найкраща підтримка в Україні. Також хочу подякувати своїй родині за свою підтримку. А по підсумкам сезону, ну, фінальна серія, мені здається, видалась дуже цікава, як для вболівальників, які дивилися вживу і в онлайн-трансляції по телебаченню. Дуже чудові всі ігри, всі були в напрузі. Все вирішувалося останній в п'ятій грі у нас вдома, але, на жаль, ну, десь, може, не вистачило сил, може, десь не вистачило... Я не знаю, ну, вийшло так, що Одеса вийшла сильніше. Провалили трохи третю чверть кінцівку і початок четвертий. А в таких іграх програвати 10 очок вже дуже тяжко наздоганяти. Але ще раз, ну, маємо срібні медалі. Дякуємо ще раз болівальникам за підтримку. Будемо працювати, є над чим працювати. Дякую.